Национальный хореографический ансамбль «Биденс» прилетел в Ульяновск с далекого острова Тайвань специально для участия в декаде хореографического искусства. Приезд тайваньских танцоров – большое событие для местных профессионалов. Возможность вживую познакомиться с творчеством иностранных артистов ульяновцам предоставил фонд «Ульяновск. Культурная столица» совместно с ДК «Губернаторский». 3 года подряд, так или иначе, тайваньская культура присутствует на ульяновской земле. Если вы помните, 3 года назад сюда приезжал совершенно уникальный этнографический коллектив музыкальный, представляющий аборигенную культуру острова Тайвань, коллектив «Формоза». Танцоры ансамбля провели в Ульяновске мастер-класс и познакомили со своим фирменным стилем воспитанников и хореографов местных танцевальных коллективов и студий. And we are B-Dance, we based in Taiwan, we're from Taiwan, and we established in 2014. This is our first time to Moscow, so we are very excited and we are feel very glad to be here. Наш танцевальный коллектив B-Dance был основан в 2014 году. Наши гастроли длятся уже на протяжении месяца. Успели побывать в Германии, Италии и в Израиле. Уже сегодня в ДК «Губернаторский» пройдет театрализованное хореографическое шоу «Плавающие цветы». Организаторы обещают много трюков, традиционные азиатские танцы, элементы боевых искусств и современную хореографию. А 25 апреля тайваньский коллектив выступит в Димитровграде. На оба концерта вход свободный. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.